Когда изведав трудности ученья, когда, изведав трудности ученья, мы начинаем складывать слова и понимать, что есть у них значение: вода, огонь, старик, олень, трава. По-детски мы удивлены и рады тому, что буквы созданы не зря, и первые рассказы нам награда за первые страницы букваря. Но часто жизнь бывает к нам сурова, иному век случается прожить, а он не может значащее слово из пережитых горестей сложить.